В Ульяновском драматическом театре в рамках 4-го международного фестиваля «История государства российского, отечества и судьбы» начались гастроли Московского театра у Никитских ворот. Этот сезон для коллектива уникального авторского театра под руководством Марка Розовского юбилейный, 35-й. В прошлом сезоне театр отпраздновал еще одну значимую дату. 80 лет исполнилось Марку Григорьевичу, бессменному художественному руководителю. Но это не значит, что функция театра вот так воспитывать, этого не ждите. Очень много плохих людей посещало очень хорошие спектакли. И что же? И что делать вот в этой ситуации? Признаемся, но масса прекрасных людей, большинство прекрасных людей посещают прекрасные спектакли. Вот будем этим довольствоваться, удовлетворены и будем счастливы, что у нас есть общение. Цель театра, главная цель театра – это общение. Постановка, созданная к юбилею мастера, открыла 4-дневные гастроли театра в Ульяновске. 8 ноября на сцене драмтеатра показали автобиографический спектакль «Папа, мама, я и Сталин». Человеческие судьбы в эпицентре катаклизмов сталинской эпохи, несшие распад и гибель. Спектакль поставлен по одноименной книге Марка Розовского, который подробно и предельно откровенно рассказал трагическую историю своей семьи и впоследствии перенес это важное документальное свидетельство времени на сцену. Почти 3 года тебя ни слуху, ни духу. Потому я отлично помню эти первые дни после ареста. Сема, что ты наделал? И что теперь будет? Сема, где ты? Где ты, Сема? Вы изобличаетесь как участник контрреволюционной правотроцкистской организации. Признаете себя виновным? Нет, не признаю. Его задержали здесь же, в поселке, в обыкновенном сарае. Вам зачитывается выдержка из показаний обвиняемого Короткевича о вашем участии в контрреволюционной правотроцкистской организации. Вы подтверждаете показания Короткевича? Нет, не подтверждаю никаким образом. Одной из главных ролей отца Марка Розовского блестяще исполнил народный артист России, лауреат Государственной премии России Валерий Шейман. С ним же на сцену вышел заслуженный артист России Денис Юченков. Оба актера когда-то были частью Ульяновского театра, поэтому на родной сцене их встречали особо горячо. Вместе с ними выступили ведущие мастера театра, заслуженные артисты России Николай Глебов, Юрий Голубцов, Андрей Молотков и другие. Гастроли Московского театра у Никитских ворот завершатся 11 ноября. Впереди еще 3 спектакля. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.